Мы были только что в манго-магазине. Сейчас я вам покажу. Вот манго. И вот такое кафе. Ага, сок здесь они делали. Красиво. H&M, да? Макдональдс есть. Вот они делают свежевыжатые соки. 4 евро стоят. Вот такие мусорники здесь стоят. Новые. Ой, а там как красиво. Какой фонтанчик, смотрите. Люстра какая. Ой, как раз фонтан. Лап. Подошла и сразу он. Класс. Вовремя я включила камеру. А, это фонтан и такая люстра с подсветкой. Оригинально. Еще не видела такое. Аж вверх, аж до люстры достает этот фонтан. Видите, подсветка меняется. И фонтанчик. Снизу можно сидеть. Все. Магазин Бершка. Вот Чебурашка. 5,99 сейчас. Модные очень чебурашки. Вот такое платьице. Или кофточка. 20 евро. Ну, видите, скидки нету. Симпатичная. А, еще есть вот в таком цвете. А, это другое, наверное, пошло. Кошка. 20 евро. Скидки нету. Вот такое. А пояс сзади. Такое платьице. Симпатичное. Мне понравилось. Вот смотрите, какой красивый торговый центр. Снизу магазины. Этот торговый центр сделан в виде корабля. Вот есть здесь дарахон. Такое все здесь мимишное. Свечи. Подставочки. Очень красиво. А мы продолжаем с вами шопинг. И сейчас я вам покажу другой магазин, в который я пойду. Это здесь есть даже кинотеатр. Вот как мил. Магазинчики такие. И следующий наш магазин — это Massimo Dutti. Это только кофта и штаны. €70.
очков тоже на ней отдельно. И пальтишко. $199. Лук. Мы с вами продолжаем шопинг. Вот такой слоненок маленький. Вон снизу кафе. О, машины какие. Очень красивый этот торговый центр. Я здесь впервые. В Брюсселе есть много торговых центров, но именно вот в этом первый раз. Всегда хотела пойти посмотреть. Спустились на первый этаж. Вот такой слоненок здесь есть. Вот машинки. Да. Такой красивый. Я снимала вам этот фонтан сверху, теперь я снизу показываю, как люстра идет. Там кафе, магазинчик. Этот фонтанчик через какое-то определенное время он включается. Очень симпатичная. Можно здесь посидеть. Вода вообще как стекло. Сейчас мы чуть-чуть посидим, может он включится. Очень оригинальный, как стекло. Я не знаю, там вода. Как они так сделали. Но очень красиво. О, включается. Смотрите, какой фонтан! Супер! Подсветка меняется. Вот. Все. Вот такие здесь еще машинки есть. Леонидов. Это знаменитый магазин брюссельского шоколада. Вот Туи. Путешествие. И вот такая здесь детская каруселька. Очень симпатичная. О, я бы сама тоже на ней прокатилась. Но боюсь, что не поймут. Красивая каруселька. Мы поедем с вами. Сейчас посмотрим, что здесь находится. Это такой коридорчик. Туалет. Вот какая красота. Мы гуляем в торговом центре Докс Брюссельс. Сейчас у нас распродажа, вот полиция.
пока не видела, я ее сняла. Вот снизу такая каруселька. Вот смотрите. Смотрите, какая лавочка. С подсветочкой. Можно сидеть. Очень красиво. Докс Брюссель. Там паркинг. Магазин Massimo Dutti. Буланжеры. Кафе. Сейчас прохладно, мало людей на улице, но когда тепло, то очень много людей здесь сидит. Вот такие магазинчики здесь. Кафе разные. О, красиво. Вот тоже такая лавочка. Интересная, но это без подсветки. Да. Это прикольная была, то с подсветкой. Пармочки у нас такие. Вот так мы погуляли. Очень так красиво построено. Мне очень понравился этот торговый центр. Вот так уже поздно. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте свои лайки, пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на канал Life in Brussels.